Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует клан и альянс Серая Лига. И на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое оружие, как под названием Ненависть. Ненависть у нас падает с дядьки Сталкера, который к нам приходит на рандомно на миссии, может прийти, может не прийти, может вообще 10 раз на дню прийти. Все зависит будет от того, насколько часто вы будете докучать боссам. Если очень сильно боссам докучаете, без конца их лупите, колотите и убиваете всячески, то на вас вешается метка сталкера, можно ее проверять в своем профиле. Выглядит она вот так, вот так и написано, сталкер. Это значит, что на какой-то рандомной миссии к вам он прилетит. И соответственно с него падает очень много чего. С него падает ненависть, страх, отчаяние, война и осколок войны. Ну, все рандомно. Но мы в нашей ситуации представляем, что у нас упала ненависть. Мы ее собрали, полирнули, и что у нас из этого вышло, сейчас посмотрим. Так, стойка у нас идет, настигающий веер. Стойка довольно-таки часто падает, попадается на меня довольно-таки часто на глазах на миссиях, но если вдруг у вас ее нету, или вы маленького ранга, у вас тем более ее быть не может, то эту стойку можно купить, платина может быть за 10, но максимум за 20, не такая уж это имбовая редкая стойка. И проблем возникнуть, думаю, не должно. Идем дальше, по тяжелому. Болевая точка прайм увеличивает нам общий урон на 165%. Ярость прайм увеличивает нам скорость атаки на 55%, но если ярости прайм нету, а много еще у кого ее нету, то и обычная ярость тоже сюда очень хорошо зайдет. Приток крови. Вот с этим модом могут возникнуть у вас проблемы, потому что мод эвентовый, падал он с послушников сталкера. Последний раз они к нам приходили, по-моему, зимой. Летом этим они еще не приходили, но скорее всего, я так думаю, придут либо летом, либо ближе к осени или весной. Либо осенью. Хрен его знает. Но, если вы не хотите за этих гребаных послушников, данный мод можно купить. В стоке я его не видел, что продавали. Пару раз видел, что он продавался за 90 платину уже вкачанный. Но, если вы не хотите тратить платину, этот мод можно достать другим путем. Этот мод у нас падает на миссиях шпионаж на Луне. Вот так вот. То есть, кто со шпионажем дружит, можно брать смело какого-нибудь Локи, либо Лимба в разломе бегать, чтобы все очень легко и просто проходилось. И я думаю, за заходов может быть 10, может быть 20, вам этот мод упадет. Там дроп написан вроде как маленький, там то ли 5, то ли 7%. Ну, если вам будете бегать очень долго и вам не будет вести, то может быть его скорее всего проще будет купить. Ну тут смотрите сами, как вам будет удобней. Насколько вы готовы расставаться со своей платиной. Дальше у нас идет Берсерк, который увеличивает скорость атаки до 75%. Что он будет очень важен для нас, потому что нам скорость в этом билде будет важна. Крушитель органов увеличивает нам множитель грита. Ядовитая кара. Морозный луч придает нам эффект вируса, это по просьбам трудящихся. Сначала посмотрим, как это будет справляться у нас с вирусом и как с коррозией. Ну и наш мод разлома. Который увеличивает шанс крита на 122% и множитель крита на 130%. Синергия с модом у нас 5 из 5, максимальная. Итого, мы имеем то, что мы имеем. По статусу, по разрезу, здесь как бы все понятно. Вирус 122 единицы, разрез 129 единиц. Так, здесь 222 единицы, 129 единиц и дальше идем. Шанс крита у нас 44%. Статус 33% и множитель у нас получился аж целых 8. Вроде хорошо и классно. И наш билд заключается смысл в том, что при набивании счетчика комбо у нас будет расти при этом шанс крита.
То есть из-за этого нам нужна максимальная скорость. Чем быстрее мы будем бить, тем быстрее у нас будет набираться множитель комбо, и тем быстрее у нас появятся красные криты. Вот, в принципе, и вся задумка данного билда. Ну, давай же смотреть, как у нас данный билд справится с противником сотого уровня. Берем по стандарту 2 пулеметчика, 2 бомбардировщика сотого уровня. И поехали смотреть. Берсерк заработал. И он начал у нас набираться счетчик комбо 20-30. И, по-моему, на 50 у нас уже должны пойти красные криты. Вот уже пошли. Даже, по-моему, на 45. Отличный крит прошел. Ну, давай нам еще большой крит бахни. Ну, вроде как... Вроде как и не имба, но вроде как и не совсем дно. Такой середнячок. Очень хорошая твердая серединочка. Твердая троечка, я бы сказал. Давайте закреплять наш результат с вирусом. А то вдруг нам так или повезло, или не повезло. Давайте попробуем через блок побить противника. Дымага должна быть чуть-чуть побольше. Ну вот, что-то вот хрен его знает. Что-то как-то непонятно. Ну, вот так вот у нас справляется вирус. Давайте поменяем наш вирус на коррозию. Так, вирус у нас состоит из токсина и льда. А сейчас мы сюда поставим... Так, нашу коррозию. Где у нас? Где у нас? Где у нас? Вот электричество и яд. Вот появилась наша коррозия. Ну, давайте смотреть, как тот же самый билд справится с коррозийным уроном. В теории должно быть немного получше, потому что у нас все-таки вирус бьет в ХП, а коррозия игнорирует броню. А поскольку у нас жирные чуваки, аракиновские, то с ними проблем возникнуть не должно. Ну, как мы видим, быстрее. И все-таки поуверенней коррозийка справляется, чем вирус. Вроде поуверенней. Давайте закреплять наш результат. Нет, вы-то, конечно, можете играть и с вирусом. Тут, как говорится, дело вкуса. Так, в этот раз что-то прямо аж еще быстрее. Ну, судя по ощущениям, коррозийка все равно быстрее справляется и подымажней. Так, по навалисти урон идет, я бы сказал. Ну ладно. Ладно. Давайте другой вариант рассмотрим. Билда. Я их несколько в голове придумал. Уберем приток крови и поставим сюда избыточное состояние, поскольку у нас статусы оружия очень хорошо развешивают, по-моему, все 4 расфигаривают, то избыточное состояние нам прибавляет урон на 60% от каждого статуса. Данный мод у нас падает уже там начиная, по-моему, с РРы уже начинает он падать, если мне память не изменяет. Падает он с мясников вроде как. Падает довольно-таки тяжело и редко. По-моему, такой мод лучше не выбивать, не мучиться выбивать, а вот просто взять и купить, потому что вот у меня он упал, хрен знает, просто так он не упал, скорее всего, мне повезло. И один еще мод я подобный покупал его другу за 30 платины. Вроде цена такая, не космическая. Но в теории, как у нас это будет работать, если у нас все 4 статуса висят, то у нас дамага увеличится на 240%. Как это будет в теории с коррозией и вирусом, сейчас будем смотреть. Первое у нас коррозия, избыточное состояние. Сейчас посмотрим.
Ну, вроде как с критами-то побыстрее было, как мне кажется. Хотя здесь, если проходит у нас статусы, то лопаются тоже на ура. Давайте закреплять результат. Сразу в бомбардира что-то я впился почему-то. Да, вот статусы проходят сразу с уроном, и вот они прям вообще. Вот так три статуса висит у нас уже. Вроде как 4 повисло. Так, удар, коррозия, разрез. Вот все. Статусы повесились, и противник помер. Ну, вроде хорошо. Давайте избыточное состояние не меняем. И сюда передаем нам эффект вируса. Так. Морозный луч. Вирус, вирус. Давайте смотреть, что у нас с вирусом будет. Ну, вроде как побыстрее, чем с коррозией. Может быть, мне показалось. Так, а что там, оружие-то в лапы, что ли, не взяли? Ёлы-палы. Да, по-моему, одинаково. Что то херня, что это херня. По-моему, одинаково. Все, короче, дело вкуса. Кто хочет коррозии, играйте коррозии. Кто хочет вирусом, играйте вирусом. Так, ну и вернемся обратно к тому билду, с которым я бегаю. Это у нас коррозия. И приток крови. Так сказать, зафиксируем результат. У нас уже есть с чем сравнивать. Ну, блин, вот если честно, вот оно все одинаково, как мне кажется. Может быть, что-то по-другому вы как-то заметили, но вот что с вирусом и коррозией с притоком крови, что с вирусом и коррозией с текучим касанием, вот что там говорит, текучее касание, избыточное состояние, что-то вот одно и то же. То есть все дело вкуса. Если, например, вам достался такой мод, вы его выбили на вылазке, или вы просто где-то купили, либо вам кто-то его дал погонять. Ну, я думаю, вот если подобная вещь вам попадается на ранге уже там 10-м, 12-м, или там, да пофиг даже, там 16-м, 18-м, то оружие вполне годное, побегать можно, поубивать можно. Если эти ребята сотого уровня померли, то и все остальные просто сдохнут. Корпус тоже улетит. Кстати, насчет корпуса, твою же мать. Насчет корпуса. Это мы сделаем, чтобы у нас там какие-нибудь Васи, Сережи, Алёши там не пиздели лишнего. Так, смотрим, билд ничего не поменяли. А, приток крови на коррозию. Сейчас убираем наших чувачков. А, так, порабощенных и ставим корпус. И смотрим, что у нас будет с корпусом.
Так, где у нас корпус? Корпус, не вижу корпус. Блин, как все мелко сделано, тут уж дивизию. Так, и ставим чуваков с корпуса и посмотрим, как он будет на нашей коррозии бить по щитам. Потому что вот эти вот чуваки, которые мне пишут, чуть-чуть они в личку мне пишут, что вот коррозия по щитам нихера не бьет. Чуваки, бьет, бьет еще ой как сильно. Так, сильных противников это, ну, давай тебя возьмем, одного, например. И, по-моему, еще так, вот техник, по-моему, очень жирный. Давайте три возьмем техника. Вот чуваки с корпуса со щитами, сейчас посмотрим, как по ним коррозия по щитам прогуляется. Вот, поэтому я и говорю, что если... Ну, здесь много щитов было, отлично. Я и про то и говорил. Если порабощенные пулеметчики, бомбардировщики упадут, то упадут все. Кто-то здесь спрятался от нас. Какой хитрый, какой юркий. Коррозия, отлично бьет по щитам. Прям, ох, это я упал. Так что не надо здесь ля-ля говорить, что наша коррозия по щитам не бьет. Бьет еще и как сильно. Так, где у нас? Ага. Без проблем. Также нормально и спокойно справляется, как и с пулеметчиками и бомбардировщиками порабощенными. О, не хочу за тобой бегать. Так, хлопнул. Ну, хорошо у нас коррозия справляется. И с корпусом, и с порабощенными, и зараженные вообще будут лопаться, просто писюны по стенам разлетятся, поверьте. Ну, как говорится, поле для экспериментов, возможно, не пахано, возможно, уже точки над «и» поставлены, что можно так, можно и так играть. Можно и через коррозию, и через вирус, еще раз говорю, можно играть и через приток крови, и через... Как ты называешься, опять забыл. Все, мне охота сказать текучее касание. Избыточное состояние. Можно через избыточное состояние играть повышенным уроном, но если проходит у нас статусы. Если вы статусы не успеваете навешивать, вы по-любому будете бегать в пати, и кто-нибудь статус да навесит, какая-нибудь новая ультамет, какой-нибудь мэг, даже Сарина. То есть в симулякруме настоящий бой хрен сосись, это хрен себе представишь. Примерно, да, но как это будет на самом деле в игре на миссиях, конечно же, будет все по-другому. Как, ну, тут как говорится, думайте сами, решайте сами, экспериментируйте сами. Но на этом все, пока. What's it, Brian? Yes.